Бля, спецы так жарят, пиздец. И это только начало. Завтра, говорят, будет 36 градусов, короче. А еще я смотрю на себя. Что-то харя больше стало. Вот так если сделать. Вообще. Ладно, приеду, похудею. Все, короче, я не знаю, что я взял телефон. Нахуй тебя взял, еще пока. Еще, кстати, кое-что хотел вам сказать. Да, нахуй вам надо, короче. Ще не вмерла Україна. Блять, ні слава, ні вон. Ще нам брать. Я никогда не знал, что к Вилле идет еще вот такой тип, короче, вместе. Ненавижу котов, блять. Смотри, ему похуй вообще. Сука. Да, 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 я должен бегать вокруг пляжа. Вечером ходить в тренажерку, на акваэробику и тусоваться с шарами, ходить на йогу. Пошли нахуй. Так, не маленькая на меня эта панама? Нет. Ну, вот у тебя большая панама. Может, мы поменяемся панамой? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Все отлично. Вот так и живем. Все отлично. Блять, все отлично. Она крутится еще? Наверное, это мой рай. Господи, блин. Сука. Какие-то люди стоят за первым. Вообще первое никто не ест никогда в жизни, блядь. Кому оно нахер надо, то первое. Я пойду вот для детей бургеры какие-то возьму. Может быть. А лучше рыбу. Рыба. Пока ребята танцуют, человек изучает тут все. Что, кто такой? Пошел. Дурдом какой. У них все как у людей, у детей. Свой барчик с соками. Парковка, значит, из колясок. Курилочка. Ну и своя тусовка. О, Милан спиздил чей-то самокат. Отдай. Ну, собрали с порториканцами, короче, обсудить поток сигар в Украину. Вот решаем вопросы, блядь, так сказать. Вот, бифитер даже здесь мы нашли, так сказать.